Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейно-творческом канале Мисс Али. С вами Лёля Рукодельница. Зима, у меня такой месяц стартов получился, поэтому сегодня я снимаю для вас очередной обзор на мой очередной новый вышивальный процесс. Это будет набор от фирмы «Жар птица. Сказка своими руками». Вот такой великолепный снегирь. Вестник зимы называется набор, артикул R156. Очередная елочная игрушка. Продолжается мой марафон елочной игрушки. Уже второй год. А скоро уже пойдет как третий год. Размер этой работы будет 13 на 9 сантиметров. Вышивается на пластике вот такая вот двухсторонняя птичка-снегирек. И сейчас мы с вами посмотрим набор, его комплектацию. И я уже буду приступать к отшиву нового наборчика. У меня здесь уже такой предновогодний антураж на видео. Моя вышивка, которую я отшивала в том году, перед самым Новым годом. Тогда я заболела очень сильно ковидом. Лежа в постели, скажем так, дошивала, потому что с ней я участвовала в конкурсе от магазина 7 петель и выиграла приз. Сертификат на определенную сумму, где я заказала себе наборчики. И оформлена она у меня в коробочку под елочные игрушки. Смотрите, как мило смотрится. Так, отвлеклись немножко на мою красоту. Еще раз полюбуемся на превью набора. Без бликов. Так, ну, как мы видим, схема здесь черно-белая, символьная, крупная, хорошая. Очень удобные крупные значки обозначения. Каждый набор-производитель нам, конечно же, вкладывает инструкцию по работе с набором. Вот такая вот она огромная, большая. Для начинающих, конечно же, это очень полезная информация. Также у нас с вами здесь идет вот такая вот визитка магазина «Леонардо», иголочка, да, розничный магазин и фирма «Гамма». Рекламка, скажем так. Наши ниточки, посмотрите, у нас в этом наборе с вами 11 цветов, вот такие вот хорошие оттенки. Ну, в снегирек черный, серый и красный, вот такая вот красота у нас должна получиться. Нитки короткой нарезки, так как набор маленький, комплектуется всегда короткой нарезкой. Я люблю длинную нарезку. Также у нас комплектует набор фирма это иголочкой, вот такой золотым ушком. Иголочки очень хорошие. И два кусочечка канвы, так как у нас игрушечка с вами двухсторонняя. Ну и здесь идет схемка. И вот такой у нас с вами должен будет получиться результат. Так что я начинаю новый вышивальный процесс. Вот такой быстренький обзорчик сняла для девчонок. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Всем новогоднего настроения, всем большого крепкого здоровья. Всем пока-пока, до новых встреч и до новых видео.